Світло-сумна казка американської письменниці Кедді Каміло тепер на сцені Дніпропетровського театру. Дивовижна мандрівка кролика Едварда у варіанті театру «Віримо» отримала назву «Парцеляновий кролик». Прем'єра відбулась 26 листопада. Нашій команді дозволили подивитися на одну з останніх репетицій, але попередили – носовичок знадобиться. Про казку, від якої плачуть дорослі, нам розповіли її співавтори. З днем народження! Цей кролик Евелін приїхав до тебе з Франції. Його зробили саме для тебе. Едвард! Його звуть Едвард! Так! То ти, Едварде, надзвичайно чарівний! Я її прочитала, і все. І как бы, вона в мене настільки впала, що я не змогла пройти мимо. Тобто, дуже сильно понравилось. Очень. Я там ще думала, де її читати, тому що времени, як обычно, нет. Поэтому їхала, читала в маршрутці вдома. Потім поняла, що в маршрутці читати невозможно, тому що я починаю реветь просто там. Вот. І дуже запала, дуже понравилось, захотілося обов'язково поставити. Вона зробила якусь рибу, якийсь сценарій, як це їй хотілося б бачити на сцені. З подробицями, з усіма там репліками я робив, скажімо так, сценарій-переклад. Казка не те, щоб для дітей, а вона більше для дорослих, бо це трохи сумна казочка. І деякі епізоди для мене, знаєте, як якісь асоціативні якісь думки приходять, для мене деякі епізоди цієї казки були як джаз. І тому я її робив джазовою, тобто трохи дорослою. Але зусилля режисерів, я сподіваюся, зробили з цієї казочки те, що вона буде перш за все цікава для дітей. Гадаю, Едварду також варто її послухати. Ну, добре. Ми готові. Каждый год в развитых странах очень часто собираются тюзовские артисты, режиссеры, кукольные, потому что понимают, что вот это про грибки, про зайчиков, которые играли там 40, 50, 30 лет назад, приходит другое поколение, и с ними уже можно и нужно говорить на темы, как бы, надо открыть глаза и увидеть, что дети, к сожалению, слишком много знают раньше, чем хотелось бы. А значит, эти темы надо вбрасывать. Ничего не сделаешь, в тексте есть, да, пришел пьяный папа и разбил игрушку. Вот я думаю, что об этом можно уже говорить. Фамільярність. Едварде, вибач, я більш ніколи тебе не покину. Ну, заспокойся, моя Люба. Ти врятувала Едварда. Він вдячний тобі. Я в цьому впевнена. Пелегріно, а сьогодні? Сьогодні буде казка? Так, моя Люба. Саме сьогодні буде вам казка. Очень как бы трогательная вещь, очень такая добрая, очень такая пронзительная какая. Там есть и боль, и любовь, и нежность, и надежда. Эпиграф, что сердце бьется, мое рази бьется, и знов оживая. То есть вот для меня это как бы, по-моему, вообще это какая-то жизненная позиция людей должна быть такая. Это о любви? Это о любви, о надежде, о вере, то есть в лучшее, в хорошее, что несмотря ни на что в жизни, надо не опускать руки, надо надеяться, верить, идти дальше. Упадешь, вставать, подниматься и как бы преодолевать. Дети плакать? Хотелось бы. Дети будут плакать? Я надеюсь, не только плакать, но, наверное, без этого не обойдется, потому что она сама по себе такая очень драматическая история. Мне кажется, что детям это тоже полезно. То есть вот такой жанр, как семейное кино, семейные фильмы.
То есть там тоже есть где поплакать, где посмеяться. Мне кажется, это тоже очень важно. То есть когда дети умеют сопереживать, сочувствовать, видеть, что не все в жизни светло и гладко, что есть бедные, есть несчастные, есть больные. Да, то есть и чтобы это в них не вызывало, не дай бог, смех по отношению к чьей-то боли, а вызывало какое-то сочувствие и сопереживание. Буде вам справжня казка.